город Содом. К вечеру прилетели два ангела. Подошли к дому, где горели два факела. Лот сидел у ворот, увидел их и встал. Поклонился и приветственно сказал: «Государи мои, зайдите ко мне, заночуйте. Вам, усталым, нужно непременно отдохнуть. Утром можете продолжить свой святой путь». Лот упросил, и они зашли все же переночевать. Угощались пресным хлебом, поели и спать. Но жителям Содома, узнавших о пришельцах, не спалось. Окружили дом, не сосчитать на пальцах. Кричали Лоту: «А ну, выводи, кого приютил! Мы посмотрим, чем и кем он нас наградил!» К разъяренной толпе выйти Лоту пришлось. Закрывая двери, унижаться пришлось. Ой. Братья мои, не делайте зла никому. Прошу, успокойтесь, я вас не пойму. Чего вы желаете? Зла постояльцам не даете отдохнуть, усталым скитальцам. Две дочери, которые не познали мужа, я их лучше выведу к вам в жертву, о ужас! Творите свое темное дело, множе страдальцев, только прошу вас, не трогайте постояльцев. А ну иди сюда! Мы всех сами будем судить. Ты хочешь вместо них под палкой скулить? Мы еще с тобой разделаемся пострашнее. Ломай двери, а ну, давайте лом помощнее. Постояльцы, кого приютил Лот, руки к небу простерли. Затащили Лота в дом, вышли к толпе и дверь приперли. Негодующих свиней на пороге дома слепотой поразили всех. От малой до большой в них ярость пробудили. Ангелы спросили Лота, есть ли у него кто-то еще в его доме. Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, нас кроме. Уводи из города нормальных, беги с ними прочь поскорей. Мы намерены истребить здесь всех, как бешеных кобелей. Велики грехи жителей Содома. Отец послал нас ваш город стереть с лица земли. Таков его указ.